Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом. Это свежий букс AD Faucet Pay. Здесь можно ознакомиться, перевести на русский и почитать. Давайте зарегистрируемся. Можно нажать «Регистрация здесь» или «Здесь». Без разницы. Кликаем. Прописываем username. Email, пароль, повтор пароля. И сюда прописываем при регистрации биткоин-адрес, привязанный к Faucet Pay. Идем на Faucet Pay. Я копирую адрес и прописываю. Кликаем «Зарегистрироваться». Все загорелось зелененьким. Вход по логину или имейлу. Не принципиально. Разгадываем капчу. Так. И заходим. Значит, все сделала при вас, друзья. Домашняя страничка. Здесь наша будет статистика, баланс, поинты тут. Ну и все такое. Значит, опускаемся чуть ниже. Здесь вот кликаем. И наша реферальная ссылочка. Ну и баннеры есть. Значит, вкладочка «Вывод». Минимальный вывод от одной биткоин сатоши. Собрали, вывели. Не знаю, возможно, в дальнейшем поднимут минималку, а возможно и нет. Значит, ну давайте, здесь также наша статистика. Заработок. Значит, по 8 сатош, по 10, и здесь как бы по 3 сатохи, 5 сатох. Ну и неплохо. Кликаем «Go». Не принципиально, как бы здесь находиться, можно вернуться. Все, зачет. Вкладочку можно закрыть. Возвращаемся. Следующая. Go. Я поставлю на паузу, просмотрю всю рекламку, друзья. После продолжим изучать букс и, естественно, сделаю в режиме онлайн вывод монет наших сатоши. Последняя рекламка. Вкладочку я просмотрела всю рекламку. Так, это серфинг сайт у нас Earn More. Так, здесь что у нас? Это у нас, друзья, что? Это депозит. Это по желанию. Давайте переведем на русский. Это инвестиции, как я сказала, и вопросы-ответы. Это посмотрите. Далее что? Есть реферальный конкурс, посмотрите. Также есть кран. Дает от 3 до 7 сатош каждые 15 минут. Кликаем, разгадываем капчу. 3 сатоши мне засчитали. Через 15 минут я могу опять зайти. Это для рекламодателей, если кто хочет размещать рекламку. Значит, 1000 кликов. Это 3000 биткоин сатош. 10 секунд, 3 сатоши. Аккаунт. Здесь у нас что? Ну, это домашняя страничка. Далее настройки. Здесь наша информация. И при необходимости можно изменить биткоин адрес и пароль. Что еще здесь? Ну и все. Вот это последняя. Афер история.
Здесь ничего такого нет. Возвращаемся на домашнюю страничку. Ну и вывод. Итого у меня, значит, 37 биткоин сатоши. Я все просмотрела. И один сбор с крана. Значит, кликаю в вывод. Как я сказала, минимум на вывод. Одна сатоха. Faucet Pay. 37 монет у меня. Прописываю пароль. И кликаем выводить. Все, вот загорелось зелененьким. Монетки мои комплект вывелись. Идем на кошелек. На домашнюю страничку. И AD Faucet Pay. 37 биткоин сатошиков. Прибыло 24 ноября. Как видим, платит инстантом. Все шикарно, все супер. Пока дает по одной сатохе. Будем надеяться, что минималка не поднимется. Вот. Кому интересно, заходим, зарабатываем. Мне интересно, проходим мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.